Нерядовое происшествие. На выходных в Курске, в районе Верхней Луговой, с рельсов сошел трамвай. Как выяснили специалисты, соскочили только задние колеса. Электротранспорт остановился, врезавшись в столб. В ДТП пострадали 3 человека. 2 женщины и подросток. Их сразу же доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работали 9 спасателей и 3 единицы техники. Причины аварии выясняются.